В Караганде снова стреляют. Полиция города по горячим следам задержала хулигана, устроившего стрельбу в кафе. По информации правоохранительных органов, 26-летний мужчина в ходе ссоры произвел выстрел из пневматического пистолета в карагандинца. В результате потерпевший с ранением в область головы госпитализирован в медучреждение. Преступник доставлен в центральный отдел полиции. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Стрелявший из травматического пистолета водворен в изолятор временного содержания. Степень причиненного телесного повреждения потерпевшему определить судебно-медицинская экспертиза, которая будет назначена в ходе предварительного расследования.